даты начала и конца Великой Отечественной. Да, 1941 год начала Великой Отечественной и 1945 это. А день начала? Не помню. Только год, а какой год? 1941. А месяц не помню. 22 июня 41 по 9 мая 45. Да. Начало 1941, 22 июня, так закончилось, 8 мая ночи 1945 года. А что произошло 8 мая ночи? 8 капитуляция с Германией, как мы выразились? Приказ, да, приказ. А кто подписывал? Да. Кто подписывал? Так, Сталин, по-моему. А со стороны Германии? Да? Там Гитлер застрелился. Да, да, кто-то за место его точно помнит. Да. Дата начала войны, конца войны, можешь назвать? 41, 45. А день? День начала. А если ошибаюсь, 20 июня. 41, 45. А день? 22 июня. Начало. 9 мая. А когда был взят Берлин? Не знаю. Когда началась война? 41. А день? День в 4 утра 14-12 июня. Когда она кончилась? Проклятого. Мая, наверное. 22 июня, 41. А когда разрешилось? 8 мая подписан акт капитуляции. А почему мы празднуем 9? Так решили. 1941 года, 21 июля. Кажется. Вам нравится, как сейчас празднуют День Победы? Нравится. Нравится? Да. А что больше всего? Больше тепла. А вы как причастны к Великой Отечественной войне? Да. Вы служили или в тыле были? Белорусский был, да. Белорусский. Пожалуйста, вам нравится, как сейчас отмечается День Победы? Нравится. Нравится? А что больше всего запоминается? Ну, как рыба на там. Парад. Дочки? Да. Ясно. А вот вам как? Нравится? Нравится. Нормально. Молодцы. Организация очень хорошая. Хорошая.